Совсем скоро парк имени Зернова заживет полной жизнью, заполнится горожанами, которые так долго ждали открытия сезона и запуска аттракционов. Старт дадут по традиции 1 мая. С 16 до 19 часов на танцевальной площадке откроется большой интерактивный мастер-городок, где саровчане смогут поиграть в настольные игры, дженгу, боулинг, кольцеброс, поймать рыбку в импровизированном бассейне. В преддверии Светлого Христового Воскресения мы проведем целый цикл мастер-классов по пасхальной тематике. Да, издревле с уже сложившейся традиции во всех семьях украшать пасхальные яйца на Пасху. И вот одно из таких элементов украшения яйца служит подставка. Пройдет мастер-класс по изготовлению пасхальной подставки. Также будет мастер-класс по изготовлению пасхальной куклы. На одной из площадок юные саровчане смогут создать любой предмет с помощью 3D-ручки. Местом притяжения также станет мульт-мастерская. Гости смогут смастерить пластилиновых кукол-героев, снять с ними видео, поучаствовать в монтаже мультфильма, который опубликуют в официальной группе парков Сарова. Всю зиму маленькие и взрослые горожане мечтали прокатиться на аттракционах. Все парки готовятся к летнему сезону, да, приводятся в порядок, убирается после зимы мусор, открываются те игровые комплексы и мафы, которые были законсервированы на зиму. В частности, и аттракционный комплекс парка прошел все стационарные и технические экспертизы и уже готов принимать своих гостей в новом сезоне. Аттракционы начнут работать 1 мая с 11 часов. Далее покататься можно будет каждые выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, по будням с 16 до 20 часов. В этом году продолжает действовать акция «Льготное катание» для детей из многодетных семей и детей-инвалидов каждую первую и третью среду месяца. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие статус. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.